Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство Huawei Nova Y90. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве заблокировать чей-то номер. Итак, для начала мы открываем приложение телефон. Затем нажимаем на четырехточие и нажимаем «Заблокировано». Здесь выбираем правила блокировки вызовов. И смотрим, какие номера будут блокироваться, то есть скрытые номера, анонимные, еще какие-то. Можете нажать нашу кнопочку шестеренки, чтобы добавить именно конкретный номер в черный список. То есть выбираем черный список, добавляем, вписываем номер телефона, нажимаем ОК, и вуаля, номер в черном списке. То есть выбираете нужный способ блокировки, и, собственно, в зависимости от того, насколько... кого вам нужно блокировать, такую блокировку устанавливаете. Все очень, скажем так, настраивабельно. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.